Всем доброго времени суток. Сегодня 13 марта. И хочу показать вам свои растишки. Так как погода еще у нас холодная. Вчера было до минус 25 мороз. Сегодня минус 17. Все очень-очень медленно растет. Это вот помидорки. Причем посажены в одно время. Распикированы тоже практически в одно время. Но почему-то какие-то уже имеют два приличных настоящих листа. У каких-то еще все в зародыше. Там у нас помидорки, баклажанчики. Места катастрофически не хватает. Поэтому все стоит, все вместе. И в поддончиках, и между поддончиками стаканчики стоят. Это у меня баклажанный агат. Самые большие. На подоконнике помидорки. Вот эти вот самые дохленькие, это у меня партнеровские златояры и джекпот. Вот один вроде ничего, а два совсем дохленькие. Это у меня черный всем на зависть. Тоже всем на зависть. Тут тоже практически в фазе двух семидолек. Это у меня перчики. Перчики в этом году сажала, собирала семена из магазинных плодов. Там у меня тоже помидорки. Вот которые по два в стаканчике. Это у меня черный мавр. На удивление, он в этом году очень хорошо развивается. Так, тут у меня еще на столе стоят помидорки. Это горький перец. Там тоже перчики. Ну, думаю, сейчас потеплеет. И растения будут развиваться лучше. Полила сегодня корнистином для укоренения, для лучшего развития корней. Тут эксибишн не удался. Что-то какой-то тощенький и сохнет. Здесь вот остатки помидорок. Может быть, тоже распикирую. Тут вот еще горький перец. Перешла в комнату. Вот в комнате тоже по-разному развиваются помидорки. Здесь у меня томат шеф, черный принц, два вида. Потом розовые крупноплодные семена с 90-х годов ведутся. Минусинские помидорчики, лимонные дольки. Так, какие у меня тут еще? Пузата хата. В этом году пупу получше. В том году совсем чахленькие были. Вот пузата хата. Это у меня Black Cherry. Это у меня гибрид ажур. Вот типа черного принца, второй сорт. Тоже с 90-х годов семена. Томат хлебосольный, сибирский сад. Всего у меня 35 сортов, но один сорт сахарный бизон так и не взошел. То есть осталось 34 сорта. Ну, 34 сорта, из них тоже несколько гибридов. Так, какие тут еще у нас? Ну, вот тоже черный принц. Сажала всех по два, по три растения. Какие выживут. Вот томат шеф. Их тоже несколько растений. Потому что мне они понравились. Вот это вот мне семена давала женщина знакомая. Бывшая родственница. Это розовые с носиком. Типа черри. Ну, больше на коктейльные похожи. Удлиненные такие томатики. Я так и назвала черри Наташа Останина. Это желтые сливки. Это я в магазине у себя брала желтые томаты. Из них собрала семена. Вот посадила, посмотрим, что вырастет. Тоже несколько штучек. Рассаду
подняла на ящике над батареей, чтобы не так жарко было. А то очень жарят батареи. Вот так вот развиваются мои томатики. Вот еще черри на засол. Низкорослые, сантиметров 50. В описании не крупные. Ну, как черри. Так, что там еще? А, это еще одна пузатая хата. Это у меня гибрид добрый. Ну, вот, все, весь обзорчик. Все, пока-пока.